Так, идем. Чирак, бассейн, 10 метров. Чё, вымыть? Привет, братва! Сразу хочу всех предупредить, ни в коем случае никогда не повторяйте то, что вы увидите в реальной жизни. Я человек опытный, у меня уже был целый один опыт прыжков в бассейн на съемках клипа Noize MC, а сейчас мне предоставилась возможность прыгнуть с 3, с 5, с 7 и с 10 метров в воду. Это было люто. Очень стрёмно, нелепо и иногда больно. Но прежде чем мы начнем, я хочу вам порекомендовать один канал, который называется «Уральские райдеры». Ребята снимают качественные ролики, где вжигают на мощных квадроциклах по грязи и снегу. Лихо или не всегда лихо преодолевают пруды и трудные препятствия красивой природы. Лезут на вершины гор, да и все это еще снимают с квадрокоптера. Качество на уровне, видосы интересные. В общем, есть на что посмотреть вечерком, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а я вам желаю приятного просмотра, готовьте чаёку. И погнали! Шампунькой поливаем его. Далее гели. Опа, опа. Все готово, короче. Здорово. Че, тебя не уволят за такие темы-то? А я тут и не работаю, а? Это государственный проект, да? Ну, объект. Государственный бассейн. Ну, да нет, слушай, на самом деле... Да ладно, ладно, может не оправдываться, нормально. Итак, смотрите, спортивный комплекс. Комитет по физическому, культуре и спорте. Короче, государственная тема. Здорово, здорово, давай. А я попаду в влог? Не, не знаю. Итак, смотрите, где мы оказались. Все прыгают в воду. Сейчас мы все собираем и полезем вон туда. Будем постепенно, там, с 3, с 2, с 4, там, вообще, и потом дойти, наверное, до 10. В принципе, у меня сейчас все готово к прыжку. Мы вон засунули камеру, чтобы он не тонул, все четко. И сейчас, я думаю, окунуться, зачекать воду, и все, можно будет одевать защиту и лезть на вышку. Так, вода. Вода чего-то мокрая, да? Еще, кстати, кто-то будет прыгать вот на этом велосипеде. Меня тут тренера троллят, говорят, чтобы я не перепутал. Я жду. Начнем по лайту, с маленьких вышек. Ну-ка, ну-ка. Это стрёмно. О, фига, она так пружинит. Ну чё, а чё, культурушки в бассейне? Погнали! Барчик! Нормально, никого нет? Все, погнали в воду! В бассейне полном разбито по стеклу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорд. Блин, так непривычно прыгать в одежде. Просто неудобно. Че говоришь, они одинаковые? И этот, и этот? Ну да. Да, один в один. Ты вообще не видишь разницы? Смотри, он громадный. Давайте просто проверим, насколько, короче, байк плавает. Плавает ли он вообще? Просто в бассейне с BMX-ом, ничего особенного. Ну вот, да, он плавает все. Интересно, он всплывает или нет? Да, все, нормально, отлично. Мой, опа! Тут встретил девушку, которая работает тренером, и твой парень смотрит мои видосы, да? Да, да, да. И тебя заставляет смотреть. Да, я сейчас ему позвонила, сказала, что я с тобой сфоткалась, и, короче, он был просто счастлив, как ненормальный просто. Он говорит, да, что он там делает? Я говорю, ну, не знаю. Вот встретила. Вот все. Вот. Когда, ночью смотришь? Да, вечером. После 12? Ну, бывает. Хорошо спится потом после видосов? Очень, очень. Нормально. Лучше всего. Энергии много, да? Нормально. Ну все, давай, удачи. Карачка в носилке скорой помощи. Я не раз уже пачкал. Врачи качают головами, типа так нельзя. Короче, все круто. Единственное, тяжело плавать только в одежде. Но мне очень нравится. И я прям очень горю желанием сейчас испытать все вышки. 3 метра, 5 метров, 7 метров и, возможно, 10 метров. Погнали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости.
это всего лишь 3 метра пойдем. На видосах все казалось маленьким. А вот это, друзья, уже 5 метров. Блин, стрёмно, стрёмно. И вот это всего лишь 7 метров. Не, 7 на байке это уже смерть. Ладно, пойдем к 10 метров. Ты уверен? О, блин! Это просто... Вот смотрите, как парни развлекаются. Может, не надо? Выбора нет. Да ну нахер. Не, с 10 с BMX это просто смерть. Это только можно на кликбейт сфоткаться просто и все. Ладно, что, надо хлеб с 3, пошли. Что-то я снова в какую-то херню вписываюсь. Да, да, погнали. Отправиться в черный мешок, вставленный в контейнер. Ну а стеклянные бутылки заберет мой тренер. Для постоянных тренировок нам нужно много. Пока я буду колесить по улицам центральным, забитым пробками в автобусе с красным. На самом деле с 3 метров вообще легко. А боялся, наверное, больше, чем если на землю прыгал. Реально, прыгать вон туда страшнее, чем прыгнуть вон туда. Тут еще глубина добавляет, как бы, тут вода. А, пойдемте на 5 метров. Все, погнали, с 5. Осенний полном разбита по стеклу. Ставлю рекорды на скорость и глубину. Ну-ну-ну, на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть. Так, у меня к вам вопрос, как к профессионалам. Допустим, с 3 из 7. То есть 7 получается чуть больше, чем в 2 раза, да? Удар будет сильнее. Да. То есть прямая зависимость идет, да? Конечно, от скорости. То есть я сейчас прыгну с 5, и если буду прыгать с 10, в 2 раза будет жестче, да? Да ну. Плюс со скольки метров ты прыгал? 27 метров. 27? Да, а здесь всего 7, да? Да. Так, кстати, это выше, чем крыша? Ну, то есть, получается, короче, вот как мы здесь стоим, плюс еще ровно столько же, как от бассейна до крыши. Я понял, у меня есть только один вопрос. Как бы, зачем это делать? Ну, слушай, а ты зачем на велосипеде прыгал всю жизнь? Не знаю. Я тоже не знаю. Просто нравится. Ну, блин, 7 метров это уже жестко вообще. Но 7 это не 10, сам 10, мне кажется, это уже... Ну, визуально ты разницу точно почувствовал. Ну что, братан, походу я созрел. Блин, на что я подписываюсь? Блин, это просто, не знаю, мне не передать словами, как бы. Просто прыгнуть как нефиг, но вот с BMX-ом. А что, а меня будет спасать кто-нибудь там еще? Идет время? Сука, это самое страшное, что я когда-либо делал. Ну, я же чокнутый русский. Все, ждание. Засыт, нет? Да не, прыгни, просто что. Блядь, пиздец. Ебать, да? Пиздец. Отпустил, да? Сделал это! Давай опять! Вообще огонь, на самом деле. Мне все говорили, что будет кучу всего отбивать. На самом деле ничего не отбивается, вообще огонь. But it's like I was too weak to be someone else. Стремно. Страшно, но интересно. Если все нормально, то завтра прыгнем с 10. Couldn't see straight on my own. When I fall, start again. When I feel. Короче, это очень прикольно, хотя мне сейчас, короче, немного слетели ноги. Мне разрешили прыгнуть еще один раз, просто так, с 10. Блин, а, наверное, лучше в руке с камерой не прыгать, да? В руке можно держать камеру? Я хочу прыгнуть с камеры, но не знаю как. Если честно, мне без байка намного страшнее. Я просто не знаю, что делать. На велосипеде-то я знаю, разогнался и пошел. Блин, что делать в воздухе все это время? Блин, может кеды снять? Хотя да, да, точно, я же не Тарасов. Все, короче, ради вас прыгаю. Что это, достойно лайка, блядь. Ну что, на сегодня, короче, я напрыгался, все, надо сушить вещи и готовиться морально к 10 метрам. Кстати, сейчас я прыгал не с 7, а с 7,5, оказывается. Вот, буду первым BMX-ером, наверное, в мире, который прыгнул с десятки.
Дурачок, который пробрался в бассейн. Государственный объект. На самом деле, действительно, закрыт. Творим полную дичь. Ну да, если да. Так, знаешь, подойти внизу и спросить, слушайте, а ничего, мы здесь выше попрыгаем? На BMX-е там. Да, причем знаешь, смазка, все в смазке. Скажи что-нибудь матное, наверное. Нормально. Когда не спрашиваешь, всегда разрешают. Раз, два, три. Ларичушка! Тут, походу, еще Ларина очень сильно любит. Highly underestimated, bitch, it ain't a problem. Village shit on my mind, I'm a savage. Shout out to my mama. Fuck with my family, boy, you don't want that drama. Tell it to your honor. Chillin' like Shinobi, young and holy mystic nigga. Can't look down on me, cause you mortals not a god. Yeah. I don't comply with these niggas, I'm straight from the village, my clip be too trill. You running, I'm gunning, you dropping, you fall, cause my lyrics, they burn while they hit you. Pass me the alcohol, so I can get throw. Looking for... Мне еще важный вопрос, а можно поссать в бассейне? Только если ты в специальных трусах. Ну, будет красное, там, или синее, высветится? Не, не будет? Нормал. Что будет, если на велосипеде с десятки прыгнуть? Это жестко? Ну такое, да. Нормально. Но я прыгаю, мне нравится. Не, если с велосипедом ходить. Если с велосипедом, то это пожестче. Это. Ну вчера ты говорил, это невозможно. Нет, это возможно. Но. Но это жестко. Больновато. По мне, так это больновато. И никто, поэтому... никто не делал, да, такое? Ну, у нас никто из прыгунов не делает. Но... Пока еще не знаю, сами прыгать или нет, стрёмно, но надеюсь, что смогу. Сейчас пока идут соревнования, вон напрыгают судьи. О! А, типа шумим! У них типа тут как versus battle, 5 раундов каждый прыгает и потом лучшего выявляет. Вот там, смотрите, бабушка, ей 70 с чем-то лет. Сколько вам лет? Ай, много, 7-8. 7-8? Серьезно? А с какого высоты вы будете прыгать? 7 метров? Вот с 5. С 5? А с 7 потом будете, не? Не? Вот, представляете, в таком возрасте еще можно прыгать. Да, это настоящий велосипед. Я буду на велосипеде прыгать. Так. Давайте, пацаны, пошли! Че, старый, расскажи, как впечатление? Нормально проходит? Да, только я 10 метров не особо хочу прыгать. Ну, придется, че. Старый! Старый! Сейчас будет прыжок старого. Последний раз было не очень. Это было жестко. Но я серьезно хочу прыгнуть с десятки. Блин, очень боюсь, реально. 10 метров это просто до хрена. Вы только посмотрите туда. Это просто ад. Да ну нахер. Поддержим. Обязательно поставить лайк. Это... Блин, ну это круто вообще. Просто ад. Я очень рад. Все, обязательно подписывайтесь на новые ролики. У меня есть еще идеи с прыжками в воду. Вот, ставьте лайк, делайте репост. С вами был Дима Гордей. До новых встреч.